мне вернется. Угу. Подальше возьми, чтобы там. Нормально, нормально, давай. Я убавил, все нормально. Собрались уральских врат. Бизнесмен и бюрократ, мент, училка и уборщик, и усталый дальнобойщик. Врач, охотник, продавец, бизнесмен, крутой пиздец. Бомжи, грязная семья, в общем, было дохуя. Петр выходит из ворот и такую речь ведет. Ты, чиновник, взятки брал? Брал. Мент. Ты почки отбивал? Отбивал. Бизнесмен налог платил? В церковь кто-нибудь ходил? В общем, я вам тут не рад. Отправляйтесь нахуй в ад. Вот училка это дело. За детей душой болела. Врач всю жизнь людей спасал. Охотник мясо добывал. В общем, я вам рад сказать. В рай добро пожаловать. Час прошел. И два, и семь. Не осталось душ совсем. Лишь одна душа стоит. И прям стоя нагло спит. Эй, охотник, апостол Петр вскричал. Что ж ты, прям уж, блядь, устал? Или меня не любишь ты, или тебе все до пизды? Быстро зеньки открывай, кто такой, рассказывай. Мужичок шары продрал, я шофер, Петру сказал. Дальнобойщик я отец, и устал, что аж пиздец. Дальнобойщик? Петр взорвался. Что ж ты здесь распрохлаждался? Марш на землю, твою мать, фуру водкой загружать. И чувак вздохнул, беда, нам не сдохнуть никогда. Вечно будем груз возить, небо выхлопом коптить.